Фурфейзе знаком, там начинает группа их раскручиваться. Это был самый, говорит, звездный час в моей жизни. Лена подходит, а вы знаете, мне так хотелось бы вместе с вами, он его отталкивает, берут какие-то тарталетки, начинают наворачивать. Лена там не было. Нет, пьянство это, конечно, неумеренно. Древние говорили, горе тем, кто насмехается над Дионисом. Я на него вовсе никогда не засмехался. Проблема имела полную. Ему сочтется. Полный потерянный.